И можно свободно общаться не только на украинском, но и на русском языке. Чувствовать себя в безопасности. Мы чувствуем себя нормально. А кому плохо, ну пусть бегут. Хлопцы молодцы, я ничего не могу сказать. Молодцы, ребята четкие. Порядок навели? Да, нормально. В крайнем случае уже по улицам не страшно гулять. Мелитополь – это город машиностроителей. Здесь сразу несколько предприятий, которые выпускают автодетали. Например, это делает стойки амортизаторов. Вот, пожалуйста, задние, это передние. Пока цеха пустуют, рабочие в вынужденном отпуске. Но в любой момент производство готовы возобновить и поставлять вот эти запчасти на российский рынок. Это амортизатор на «Волгу» задний. Это «Жигулевские» амортизаторы задние. Кооперационные связи завода с нашей страной еще в 2014 году обрубили украинские банформирования, устроили блокаду, не пропускали товары по кратчайшему пути в Крым. А после киевские власти затянули экономическую удавку и поставили предприятие на грань выживания. Поднялись очень стоимость энергоносителей, и фактически наша продукция перестала быть конкурентоспособной. То есть все, что мы зарабатываем, нам приходится платить за сырье, за электроэнергию, что в последнее время даже у нас не было возможности поднять зарплаты людям, потому что все уходило именно сюда. Как только логистические цепочки восстановятся, люди вернутся в эти цеха. А на городском мясокомбинате работа не прекращалась ни на день. В магазинах, как и прежде, полный ассортимент продукции. Спрос устойчивый. Только вот банковской карточкой расплатиться нельзя. Связи нет. Киевский интернет-провайдер отрезал линии. Временно зарплату на комбинате выдают ежедневно тем, кто приходит на работу. Мы работаем каждый день. Работает 200-250 человек. И производим колбасной продукции 3-4 тонны для собственной розницы и для Мелитополя и Мелитопольского района. Вся информация о жизни освобожденного города в первом выпуске газеты «Мелитопольские ведомости». Так издание сообщило о важных решениях новой администрации. Всем жителям города обещают списать долги перед украинскими банками и снизить тарифы на свет, газ и воду. Мелитополь перешел на московский часовой? Конечно, перешел, конечно. В городе со дня на день МЧС России начнет выдачу 10 тысяч рублей в качестве мер поддержки всем нуждающимся. Списки формируются, а пока в Мелитополь продолжает поступать гуманитарная помощь из нашей страны. В этот раз от соседей из Крыма. Православные священники привезли то, что сейчас в городе не хватает, пожалуй, больше всего – лекарства. Запас медикаментов в аптеках закончился. А еще 6 тонн продуктов и товары первой необходимости. В храмах прихожане привозили в единый центр, где это все формировалось, рассусовывалось. Пакеты с наборами сразу же раздали многодетным семьям и одиноким пенсионерам.